Что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие? Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное – это поглядеть мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет. Значит, вы еще никогда? Конечно, не был. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили. Не время убегать из дома в никуда. У меня, у тебя и у нас все есть. Но не дает заснуть спокойно мысль одна. Где-то буду счастливее, чем здесь. Нет точных планов и нет сил все поменять. Только сердце мне что-то говорит. Я не хочу смотреть, как лето от меня бумерангом ярким улетит. Разбуди меня и давай бежать по свету. Все так просто, словно 10 лет назад. Да, я знаю жизнь, но не знаю всех ответов. И тебе, моя любовь, я буду рад. Разбуди меня и давай бежать по свету. Все так просто, словно 10 лет назад. По свету все так просто, словно 10 лет назад. Да, я знаю жизнь, но не знаю всех ответов. И тебе, моя любовь, я буду рад. Разбуди меня и давай бежать по свету. Все так просто, словно 10 лет назад. Из нас у Жека там никто не был. Тема лекции – Нью-Йорк, город контрастов. Да я не был в Нью-Йорке. А где же были? Я был в Стамбуле. Пожалуйста, Стамбул – город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем.